Индуистские паломники устремились в деревню Чандори в индийском штате Махараштра. Здесь наблюдается необычная картина. Длительная засуха в регионе высушила реку Годавари, которая протекала через деревню. В результате обнажились десятки индуистских храмов, более века покоившихся на дне водоема. Эти храмы были построены в XIII веке и представляют собой образцы архитектуры Химандпанти. Под водой они оказались в 1907 году в результате строительства плотины. В то время часть деревни была затоплена. Эта деревня существует на протяжении тысячи лет. В древние времена она была известна как Чандравати, а сегодня ее называют Чандори. В предыдущий раз древние святыни появлялись из-под воды в 1982 году. В то время в регионе тоже была сильная засуха.